30-й тур турнира и матч, с которого все начинается. Ну, в общем, часто так бывает, что тур в Малбет первой лиги начинается именно здесь. В Хабаровске это Дальний Восток. Восточная часть нашей родины. Теперь уже не так торжественно, но, тем не менее, соблюдая все нормы и правила, не забегая на чужую половину поля раньше времени. Наконец, мяч разыгран. Еще раз Алания в традиционных красно-желтых цветах. И дальний удар. К сожалению, не точный. Тяжеловато пока с моментами. Но, в принципе, тяжело с моментами часто вот в эти ранние хабаровские матчи. И еще один дальний удар. На этот раз гораздо ближе к створу. Мяч проходит рядом со штангой. Вот теперь Хабаровск идет вперед. И тоже удар. Ой, какой неприятный отскок. И выговаривает сейчас Солдатенко своему защитнику Алану Багаеву, который подставил ногу. 5 минут играть еще в первом тайме. И знаете, вот мне кажется, что казарцев, может так случиться, не добавит ни секунды. Не факт, что мяч шел в створ, и тем не менее решил не рисковать Ислам Имамов. Отправил мяч на угловой. И вот, может быть, опасно. Алания, наконец, выходит в штрафную соперника. Пробить не дают. А сейчас удар поворотом. Это было опасно. Плотно, мощно. Но единственно, прямо по центру. А вот тут шанс номер два. Сразу же Цараев на газоне. Нарушение правил. Похоже, Батрас Гурциев собрался бить. Гбиани еще сохраняет возможность пробить. Спасение, добивание. Мяч попадает в каркас. Вот так буквально за 2 минуты 3 момента создает Алания. Гурциев с мячом. Пас в касание, и можно продолжать. Хасонов рвется к мячу, успевает пробить. Попадает в штангу. Второй раз мяч попадает в каркас ворот Ислама Имамова. Не везет Алании. Тем не менее, Гергбиани удар по воротам. Рядом со штангой. Ислам Имамов коснулся мяча. Будет угловой. Циев. Ой, какое классное решение нашел Гурциев. Удар Чочева получается не сильным и не точным. Гангапшев. Мягкий заброс. Отличная передача получается. Петров. Петров. Продолжает раскручиваться, как волчок. Мяч застревает в ногах. Петров падает. Казарцев. Казарцев молчит. Все. Счет не открыт. Ничья 0-0. Две штанги у Алании и навал в концовке у СКА Хабаровска. И тем не менее, голов в этом матче забит не было.